каждое утро или как? Да, наверное. Возле костра прям посредине. Ну или где-то в этой области. Ой, снова цыгане идут. Тихо. У меня уже нечего. У меня есть одна мне. Могут ударить? О, да, они могут меня бить, но... А, я не могу. Они нападают. Я лучники промахнулись. Два раза, блядь. Попал. Лучше их сам не могу убивать. Может, как-то и мало. Я не знаю. После их смерти даже монетка не падает. Это факт. Короче, ты без короны, а я без денег. Да мне деньги все закончились, я все дал. Четвертое. По-моему, налоги заплатили, понятно. Путин и Медведев, как они сейчас? Я Путин, потому что я с короной. Не, ну медведи уже на время я отдал корону. Значит, скоро все изменится. Я. То, что я тут Путин. Я его. А, я. Нет. Сначала я Ельцин, а ты Путин. Окей. Кто будет медведь? Здравствуйте, Вадяра Кун. Так, ну иди мои налоги. Да, не знаю, их не заплатили. Но... Опа. Дай. Да ты нашу деньгу отдал. Где сундучки, которые были до этого? Ага. Так. Не надо эти ушки ставить, все равно нет. Конечно, я не ставлю вышки, я деревья убираю. А, это деревья рубит? А я думал, смотри, такой крестик, думал, ой, там бабушка, наверное. Баба! Меня... Да ёханая баба! С этого бабу получаешь, понял? Типа, я вложил две, а мне вернули три. Мощно. Я могу продать тебе... Короче, я могу дать тебе за 6 монеток, за 8. Я могу тебе походу корону подарить или что-то такое. Эй! А вот. Какой-то неправильный кэшбэк, а вот все. Смотри, тут еще знаешь, вот эти кучки грязи такие, я вроде бы когда монетку в них давал, то я получал немного монеток. Справа такая типа грязь. Ну посмотри, я майнер, чё. У меня была одна монетка, я сломал дерево, теперь две. Теперь я иду ломать дальше. Выжженная земля какая-то. Нормально. Давай не. Стой, по-моему, не надо все деревья рубить. Если мы будем все деревья рубить, тогда тут, ну, ничего нового не будет. Дай мне все свои монетки. Ну, подожди, чуть позже. Эй, работяги, дайте мне зарплату. Тебе давай. Эй, работяги. Вот и тут вот эта кучка грязи, которую я говорю, давай проверим, что будет. Это стенка, что ли? Да. Кристик! Что ли воруют? А ты угадай. А, ну все хорошо. Я его не смог догнать, и в самом конце, когда я его почти догнал, он просто ушел в портал. Где? Налоги, алло.
Я когда первый раз ты сказал, типа, Вань, возьми, там налоги дают. Я охренел, у меня полный мешочек дало. Где сейчас эти налоги? А, я понял. У нас же людей нету. Помнишь, мы этих челиков, которые бомжи были, мы их, типа, делали жителями нашими. Теперь некому платить налоги. Мы же тупо все свои деньги срали на всю эту фигню. Мы просто куда угодно деньги вложили. Блин, а ты можешь рестартнуть? Когда мы умрем, да. Давай умрем, пошли. Пойдем. Надо правильно играть. Вперед. Ой, что-то такое не стало. Не хочет он. Коня придется продать. Что он своими ногами ходить не может? Ходил бы своими ногами. Резал бы все катаны. И что он бомжарил какой-то 100 килами? Блин, потом можно там будет улучшить, ну, вместо факел, что-то крутое делать. Там что, шахта будет крутая? Еще что-то такое. Ну все, ща отомстим. Он спит. Ну, типа... А, я вспомнил, надо Войну с собой взять, чтобы он сломать его. Подарили им деньги. Блядь. Да а, верни. Подожди, давай проверим, если... А, она у меня не ловится. Сейчас, собираем. Все, пусть вору. Выражение приносит опыт. Нет короны, нет монарха. Ага. Ну есть жопа, патриарх. Я так и не понял, как менять себе этого персонажа. Там вроде бы еще королев. Я бы взял. Ладно. Так, давай, ты влево, я вправо. Прям забавно дают деньги. Не срубай слишком много деревьев. У меня монет нет каких рублей. Ну, если ну, ты что-то реально поздно найдешь монетки. Я опять обосрался этого грифона. Чувак, все монетки справа, слева нету ни одного сундучка. Я еще ни одного сундучка не нашел, знаешь, что прикол? Походу, и ты зря. У нас хотя бы корона есть, цыгане. В итоге место, где у нас были эти сундучки, просто это куски грязи одни, да? Да, да, да. Походу, нас обманули. Я возвращаюсь обратно, тут ничего. Я до портала дошел, ни одного сундука. Я тоже. Оу, щит. Так, возвращаемся сюда обратно. Что? Почти. Ага. Ч
Чего? Я здесь заказываю деревья срубить, чтобы не могу их найти тебе. Ну, вот это вот, наверное. Да, да, вот. А ты рабочих купил, чтобы они их сломали? Нет. Иди покупай рабочих, а я куплю молотки. У меня нет денег. Расширяем земли Бенграда. Сейчас куда там монетка? Это все мое. Займи работяг. Сейчас верну. Ну, в смысле, людей, а не молотки. А в чем, кстати, именно разница людей и этих молотков? Типа, ну, где именно? Вернее, ну, как их занимать людей? Типа, в одном и том же месте? Там у нас на базе есть специальный наковальник. Там ты молотки покупаешь, они их берут и идут работать. А, да, да, да. Ладно, я пойду людей куплю. За мной бежит вор. Ну ты можешь ему монетку скинуть, а он сядет. Я не хочу ему монетку скидывать. Придется, иначе он не тебя догонит. Ну у нас есть армия. Ну сделай, пожалуйста, пилуки. Окей. Ой, все, один моточек. Есть. Сука, он все равно успел. Я тут? Mm. Так, окей. Купаю лучников. А, тут
жук стоит. То есть надо как-то людей нанимать, чтобы они приходили сюда. Пойду, да. Хотя ночью лучше не идти за людьми, мне кажется. Опасно, типа. Мне нужны тенге, у меня нет тенге. У меня две монеты. Так, теперь у нас два... Кому он херачит? Деньги падают, это нормально. Там справа деньги забери. Я заплатил кому-то челику одну монетку, он со слом ходит. Что он делает? Наверное, торгует как-то. Ну, его, наверное, надо защитить. Да, погнали. А как мы защитим, в смысле, погнали? Надо как-то воинов с собой взять. Типа... Эй, кыргыз, пошли за нами. Они ходят на каких-то там енотах, то довольно нормально получают денег. Как вообще сказать, типа, вот иди за мной. Я ему скинул деньги, он мне обратно вернул. Надо нанять людей. Я понял, ну вот я, они приходили, я им давал монетки. Пиздик его возьми мой. Да, этот челик с мулом просто взял, вернулся обратно с кучей грузов. Сейчас посмотрим, что будет, если он принесет обратно. Где такое ощущение, что... Слева двое бегут. Окей, понял. Дай мне стенку посмотрю. Оп. Он пришел, но пока что ничего не делает. Страшная музыка. Наверное, из-за ночи. Они вроде бы портал у них еще сильнее хилют. Я тут пришел, ничего не делал. Ну, вот. Бля, какой. Найс! Nice. Че, они умерли или не показалось как-то? Да, он тупо взял такой пиу-пиу и двумя попал. Ханзо. Так, надо людей больше, надо денег больше. Я как этот город повыл. Нахрена правда? Вот. О, появился новый человек, фермер, по-моему, да? Надо ему деньги заплатить. Найти. А, и теперь у нас один фермер есть, прикольно. Это фермер пошел? А, нет, фермер, касающий здесь вот здесь. Надо человека найти. Это такой мост какой-то. С косой. Нужны деньги. Так. В принципе, мы развились дальше, чем в прошлый раз. Thank you.
ни хрена мне челик с нулом выгрузил. Ну да. Так это не казна была, это челик с нулом тогда был. Да, да, да. Казна, блин, налоги. Не, я заметил то, что мне иногда жители дают деньги. Что? Деньги мне иногда дают жители. Интересно, рыбаки будут? Ах, вот да, мостик, наверное, есть по рыбаку, наверное, будет. То обгорится надо. Надо пойти искать этих... чувачков. Надо, чтобы они как-то сами плодились. Ну, кстати, да. Может, надо не всегда из них делать этих работяг всяких таких, можно их отправить ими, и они типа и будут что-то хорошее делать. Плодиться там, что-нибудь снова. Ты слева ходил, жителей я не видел? Ну, беженцев. Я вправо иду. Окей. Слева я не чекал. Слева довольно много деревьев, можно их будет потом порубить. Появится много денег. Не знаю, что делаем. А, даже возьмем фермерство, посмотрим, как там. Мы насчет рыбалки. Рыбалка, рыбалка. Ничего не могу. Больше денег будет. Здесь не улучшает эту штуку. Так, мне кажется, люди появляются, нет, когда мы это улучшаем. Давай деньги, крыс. А он не сразу, вот когда приехал, он не сразу. Я пойду тогда дерево посылаю. Какие крайне страшные товары. В принципе, если мы сейчас общие деньги наши объединим, мы сможем улучшить город. Давай проверим. Типа, я деньги скину. Я тебе кидаю, а ты мне. Гениально. Давай, ты бери. Тебя больше нет? Вроде бы, бывает. Ну сейчас, давай и все прям скину. Это все. Одной не хватило. А он скинул тут кучу денег, ну скинул кучу денег, у меня даже ствола, по-моему, хватит. Так, ну и шо, ну и шо, ну. Оу, щет. А что это, смотри, вот подойди сюда. Монетки зачеркнуты и камень какой-то. Да, 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 наверное, ресурсы какие-то, а шахта там есть какая-то. То есть мы из деревянных башен не можем, будет, кажется, улучшить. Так. Бля, вот сюда надо деньги отдать, непонятно, что это, типа, фермер. По-моему, он просто закрывает. Сейчас порубим немного. Тут не надо. Тут вот последний, который можно срубить. Вот тут вот. Я думаю, что за большие деревья больше дают. Давай оленя пригоним. Его, за него, наверное, много дадут. Там мученики по нему стреляют и две монетки. Вот торгуют больше всего, помню. Хотя долго даже.
еще какой-то священник появился, непонятно. Раздача на спавне. Ты стоишь, ждешь? Да. Ну, мне денег не дать, что. Я хочу посмотреть, что будет, если эту штуку улучшить. Давай деньги объединим и улучшим эту штуку. Пойдем. Справа. Какую штуку? Я тебе говорил, что... Я уже улучшал одну такую. Она, по-моему, просто пропала. Ух, что это. Классный звук. У нас что-то слишком много рабочих, мне кажется. Кусиков надо понаделать. Хватит понаделывать. Ты... А, там уже был один лук. Вот именно, посмотри, у нас... Боже, блядь, у нас один лишний лук, у нас нет ни одного фермера, и ты решил сделать еще лучников? Два фермера, и никто не хочет приходить, нам людей нет. У нас вот именно! О, щит. Надо искать людей.